Так же, как и в украинской политике, президент до дня выборов может говорить все, что угодно. Это один человек. Президент после избрания – это другой человек. То ли это будет Хиллари, то ли это будет Трамп. Это будет президент всей Америки. Половина Америки имеет одну позицию принципиальную, там, геополитическую, политическую, внутреннеполитическую. Вторая половина, как оказалось, принципиально другую. Все равно его позиция будет усреднена. Второе. Если вдруг побеждает Трамп, это будет холодный душ для украинского парламента, для украинского премьера, для украинского президента. Это будет значить, что нам необходимо максимально мобилизироваться и в середине страны искать, а не за океаном, те решения, которые для нас сегодня принципиальны.